Здравствуйте, сегодня 19 марта, и вот пытаюсь снять еще одно видео, забыл свою подставку для телефона, но неважно, так с руки, надеюсь, не буду сильно трясти камеру, так с руки сниму. В общем, что я хочу сказать, я после Рутуба думал, куда же можно будет еще податься, потому что Рутуб очень неудобная платформа, и создал такой вот канал «Огород», и не только на Яндекс.Дзене. Яндекс.Дзен мне нравится гораздо больше. Видео загружаются достаточно быстро. Превьюшки загружаются достаточно быстро. Можно загружать не только видео, но и галереи, и статьи. В общем, делать какие-то анонсы. Мне, наверное, это достаточно нравится, достаточно удобно. И, скорее всего, если с Ютубом что-то случится, ищите меня на Яндекс.Дзене. Ссылку я на этот свой канал Яндекс.Дзена кину. Сам я себя там найти, к сожалению, не могу. Вот, создал канал только что, дал ссылку здесь на свой Ютуб канал. Вот, а мои свои же видео я сам найти через Яндекс.Дзен, к сожалению, не могу. Не знаю, как тут работает поисковик, может быть, показывает более раскрученные видео. Это мои видео, которые на канале с Ютуба по семенам разные. Ну, соответственно, вы уже их, скорее всего, смотрели. Ну и про рассаду вот начал выгружать постепенно. И почему-то самые новые видео у меня загружаются, я загружаю их. Ну, в общем, я не могу пока тут создать плейлисты, плейлистов здесь нет. То есть где-то что-то, конечно, удобнее, где-то что-то менее удобнее. В общем, ищите меня на Яндекс.Дзене, буду именно там. Рутуб мне не понравился категорически. Попытался загрузить я сюда второе видео. До сих пор висит в обработке, ничего не понятно, очень долго, очень неудобно. Пока оно там висело, на Яндекс.Дзене, вот для сравнения, я загрузил 8... Сейчас где-то тут у меня открыт. Видите, 8 видео. 8. А там одно. И оно до сих пор висит. Ну, какое может быть сравнение? Вот. Всем спасибо. И, скорее всего, чтобы не терять меня, смотрите меня на Ютубе. Но если что вдруг случится, я буду еще и на Дзене. Дам ссылку на свой канал на Дзене. Всем спасибо. И надеюсь, мы еще увидимся на Ютубе. Дзен — это всего лишь такой вариант, если вдруг заблокирует Ютуб. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, кому понравилось, ставьте лайки. Вот, и будем дальше учиться. Хочу, у меня есть задумки по другим интересным видео, не только томаты. Я хочу еще попробовать вырастить дома хищные растения из семян, росянки-мухоловки, ну, в общем, и не только. И также у меня вот мои декабрист-семена тоже подрастают. Вот. Тоже буду дальше публиковать. Ну, конечно, на Ютубе тоже, но вдруг что случится именно вот на Дзене. Ссылка будет в описании к видео. Всем спасибо и до следующих встреч.